А мы с вами направляемся в верхнюю часть Дендерария. Геннадий Петрович, вот что мне с тобой делать, а? Ты живешь один, вот и злишься на весь мир. Маленький, когти средние, а уши огромные. Вот это не надо. Экзотический экземпляр. Может, он этот? Йетти? Тебе Йетти шах поставил. И мат. Хорошая такая порода. Ладит с детьми. Гена, тут хотят купить твоего щенка. Что это такое? Белорусская ушастая овчарка. Он не продается. Хочу ушастика! Эта женщина весь наш дендрарий может закрыть вот так. Меняю вашего ушастого щенка на вашу спокойную жизнь. Клоуны. Да пошла она к черту. Вы что, думали, что вам это с рук сойдет? Без паники! Ну все. Что вот это за создание, а? Что-то среднее между попугаем и обезьяной? Попузьяна. А это-то уже логическое мышление. А у животных это разве бывает? Да не у каждого человека это бывает.